Всего несколько амурчан откликнулись на призыв помочь пострадавшим на Кубани. Пункт приема вещей пока пустует. Напомним, приносить гуманитарную помощь для жителей Краснодарского края можно до 10 августа. Пункты приема вещей работают с 9 до 18 часов каждый день, кроме субботы и воскресенья, по адресу в Благовещенске. Улица Калинина, 126А, в Белогорске, улица Кирова, 306. Все посылки отправляются два раза в неделю. В течение 10-12 дней будут доставлены пострадавшим. Мы готовы перевести в принципе все, за исключением это скоропортящиеся продукты, ну или груза, запрещенные к перевозке, ну то есть какие обозначены законом. Остальное все, что пригодится людям, это начиная от каких-то съестных, консервных принадлежностей, вещи, какие-то там умывальные для детей, там какие-то там памперсы всевозможные, то есть... Почта России тоже помогает пострадавшим. Посылки и денежные переводы в Крымск, Новороссийск и Геленджик можно отправлять бесплатно. Кстати, на почте принимают только новые вещи. Напомним, совсем недавно амурчане помогали жителям Тыгды, пострадавшим при пожаре. Люди несли детские игрушки, одежду и даже бытовую технику.